Look at this Ты colorful только ribbon посмотри на эту разноцветную ленту, которая тянется через все небо. Isn't it spectacular? Какое зрелище, правда? We don't see rainbows very often. К сожалению, мы нечасто видим радугу. You can see a rainbow, чтобы на небе появилась радуга, солнце должно протиснуться через облака, пока дождь все еще идет. Думаю, тебе интересно узнать, откуда берутся все эти цвета. Хотя на первый взгляд свет солнца белый, но на самом деле он состоит из многих цветов. Когда солнечный свет проникает сквозь капельку дождя, он распадается на 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Все дождевые капли вместе образуют эту прекрасную радугу. И в результате ты видишь каждую цветную полоску радуги.